Очередной чемпионский пояс в Дагестане. Магомед Зайнуков завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирного союза муай-тай. Накануне ночью триумфатора встречали в Махачкалинском аэропорту. Подробности у Курбана Рагимова. Магомед Зайнуков! Первые мгновения после победы в титульном поединке. Силы и эмоций уже не осталось. Только что Магомед Зайнуков отдал все, чтобы одолеть суперзвезду тайского бокса Судсакорна Сома Клинми. На родине радость победы с чемпионом разделяли его друзья и родственники. Ну, я настроился на этот бой, готовился очень долго. 7 лет вот здесь. Готовился, меня поддерживала моя команда. Мои близкие, мои родные, которые болели за меня, не мог проиграть, потому что столько людей пришли за меня болеть, поддерживают меня. Я не мог никак проиграть. Этой победе предшествовала долгая и упорная подготовка. Зайнукову помогали одноклубники и тренер Ибрагим Хидиров. К сбору в Кизляре также подключился чемпион мира по версии Glory голландец Джейсон Уилнис. Боец не первый год обменивается опытом с дагестанским тайбоксером. Бой прошел по плану, но в конце первого раунда Магомед получил рассечение. Несмотря на это, он проявил характер и выполнил всю свою работу на отлично. 5 раундов прошли под его диктовку. Мы все очень гордимся им. Теперь в Кизляре есть свой чемпион. Пояс интерконтинентального чемпиона стал первым в профессиональной карьере дагестанца. В любителях Зайнуков дважды признавался лучшим тайбоксером планеты и выигрывал чемпионат Европы. Все эти годы он радует нас своими победами, но вчерашняя победа, она для него, для всех нас имеет большое значение. Вот, пожалуйста, чемпионский пояс. Мы поздравляем его от души, поздравляем от лица молодежи города Махачкалы, от лица всей молодежи Дагестана. Поздравляю тебя, Магомед, желаю успехов, чтобы в дальнейшем тоже ты так радовал нас своими успехами. Техника очень хорошая, дерется хорошо. Ну, все равно каждому бойцу, каждому спортсмену есть на чем дальше работать. Ну, и работа над ошибками, как говорится. Дальнейших успехов, чтобы ты достиг максимального, чего ты желаешь. Титул чемпиона вывел Зайнукова на новый уровень. На шаг он приблизился к попаданию в сильнейшую лигу «Глори». Сейчас в планах у тайбоксера заслуженный отдых, а уже после начнется подготовка к защите пояса. Это наша общая победа, победа всех дагестанцев. Поздравляю вас! На вечере профессиональных боев в Перми свои поединки провели еще 2 дагестанца. Уверенные победы одержали Абдулмалик Мугединов и Бейбулат Исаев. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.